запись. Это за комбайном, за штурвалом Терентьев. Вот так. Терентьев Барабаш. А мы сюда ехали долго, а то у Игоря здесь пашня. Вот. 15 километров. Без так, дороги плохие. Маленько там хорошая. Ну все. Это не Польша, не Германия. Вот кочки. Кротики нарили там куча-то. Травой тут наросло и машину кидает. И вот мы сейчас проехали в окрестности. Везде все березовые, осиновые колки. Это я из Потеряевки поехал с Барабашом. А у него здесь за урывкой в стороне. А тут ничего не увидишь, видать, на солнце. Я приехал вот на этой машине. Не знаю, видно, нет ее. С Иосифом Устиновым. Хорошие братья. Вот я покажу, какая окрестность. И где ехали, все такое. Березы, 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 березы. Сколько глаз хватает, и везде богатая же Россия. Ни с одной страной не сравнить по богатству. Я, может быть, с ним даже поеду сейчас. 11 сегодня сентября 2023 года, понедельник. Церковь отмечает усекновение главы Иоанна Предтечи Господней, Крестителя. Ну, подожду, сейчас он вернется. Вот я не поехал тут, загружает. Издалека покажу. Я пока снимал, он мимо проехал. Терентий здесь, а здесь Иосиф. Они загружают. Один бункер, говорит, берет только. Ну, у меня съемщик-то такой далековато. Я бы с ним проехал, но не стал тревожить. Они торопятся, вот надо останавливать. Я пока с ногами с такими залезу. Я каждый год это показываю. Это труженик. Кормят тысячи людей. И какое обесценивание зерна всего, на этом же наживается интервенция против своих людей. Это я слышал, видел и видел, как договариваются, попал на собрание такое. Старики, пенсионеры, бывшие коммунисты, видать, как понизить стоимость зерна. Что-то за границей было, перекрыли. Ну, то есть за горючее одно, 15 километров потом по бездорожью. Хлюпал, приехал сюда. Поворотов взял, но не меньше 10 поворотов в обратном направлении. А колки эти обходить надо. Все, пока подождем. Вот он комбайн идет. А вот он, Иосиф, уже едет, загрузился. Сейчас я с ним сяду и обратно поеду, по дороге поснимаю.
поеду сейчас. Смотрите, как. И тут сделали дорогу, а дальше-то еще тронуто. А сейчас будет бросать по траве кротовые норы. Березы желтеют уже, а да, синие. Какая дорога. Вот, то есть потеряйте, приехали, мама с района. Фермер Барабаш Игорь Александрович. На этом комбайне его сын Терентий. Имена-то какие? А второй сын Еремия. И вот это он закончил у нас ГТУ, а в университет вернулся, остался в деревне. Отец мать так воспитали, она старший учитель. Елена Анатольевна, жена его. Подписывайтесь вместе-то, вы знаете, это каждый день. Такая вот работа, как она оплачивается? Так это надо технику всю закупить. Комбайн каждый уже за 10 миллионов больше. Это не все еще, это вот самосвалы.
машину, она одна военная такая продавалась, он успел купить. Три оси идущие. Вот. А вот рядом, как гречка, вот свалили, чтобы она подсохла. А завтра дождь будет, объявили. Ливень будет. Какие просторы. Это Сибирь, Матыш. Алтайский край. А дальше идет посолнечный. Его конца не видать. Самых хороших брали и ссылали. Считай поднятую сулину Шолохова Михаила Александровича. Там все сказано. Вот она дорога какая. Тут будет полегче. Тут нет дороги, где будет легче. Вот лесополосы. 4-6 рядов. Я не мог узнать, сколько занимает площади, сколько деревьев в лесополосах. Только по статистике есть. Вот поле, там, смотрите, спирается. Здесь. Километров 3, да. 5 километров. 2,5. А то и больше. Дорогу все показать. И облака. Сегодня облаков-то и нет.
как бы к солнцу. Сейчас повернем к солнцу. Замечайте, сколько раз отвернем в другую сторону. Сейчас время около 3 часов, наверное. Маленькая роста она. Вот мы сейчас идем от солнца даже, поэтому отходить не видно. Сейчас увидите, как березы. Один поворачивается. Вообще, столько поворотов. Дорога, вот идем сейчас в противоположную сторону, ну, видно, от солнца. Сейчас наполовину пересекает. 90 градусов поворот.
дорога тут получше. Здорово, бля. Я колесо пробил. Ты? Да. Да. Ой-ой-ой. А как сейчас? Все, теперь вы со мной будете надолго. А как он пробил? А тяжести? А тебе что он посылает это? А? Да? Да не туда, поехал. То есть это не твоя дорога? Моя. Хорошо, что они по своей дороге то поехал, ты его нас не видал бы. А я бы отсюда не вышел совсем, только за солнцем ушел бы. Увозить уже, сдавать там куда. Это с советских времен еще как остановилось здесь. Вот такое строение. Там все открыто-то, почему? Ну, чтобы видно было. И цвета нет. Там дождь может пройти. Трехосная машина.
военная. Ну, его... ну да, туда выливает пыль. Какие-то люди были. Там машина. Я сейчас схожу туда. Пробили, дать было все разрушено.